В ближайшее время будет подготовлена заявка от Камчатского края для участия в конкурсном отборе Ростуризма на грантовую поддержку предпринимателей на развитие инфраструктуры туризма. А вообще, данная мера поддержки – это финансовая прежде всего, да? Она будет состоять как из субсидии, полученные от Ростуризма, так и будет часть краевого бюджета. Условия участия для предпринимателя – предпринимательский проект должен также содержать софинансирование менее 30%. Гранты будут распределяться по трем направлениям. Ну, их можно, скажем так, если обобщающе сказать, что это обустройство прибрежных территорий, кемпинги, автокемпинги, ну и в целом обустройство туристской инфраструктуры на маршрутах. Это и санитарные точки, и приобретение оборудования, ну и достаточно там большой такой перечень.